Was it ever enough when you were falling in love? Felt pain but not anymore. You left your heart on the floor. I'm always picking you up and never letting you down. Если честно, меня всегда завораживает внешний вид, когда снимается передний бампер, и мы видим вот такую вот картину. Раскрывается, знаете, такой вид, к которому мы как бы не привыкли. Но вот это вот уже есть часть системы охлаждения. И вот этими всеми радиаторами машина, когда едет на скорости, она обдувается встречным потоком воздуха и охлаждается. Хотел бы напомнить, что по бокам у нас стоят радиаторы интеркулера. Это 3-литровый турбодизель, и машина пробежала 226 тысяч километров. Она молодец. И на что бы я хотел заострить внимание, вот заметьте, у нас сейчас заменен радиатор. Заменен радиатор, и он заменен по причине того, что вот так выглядит старый. Значит, энное количество времени назад, когда по той или иной причине потек оригинальный радиатор, вот клиенту поменяли вот этот радиатор. И да, мы пытаемся искать пути альтернативы, ищем различные варианты, которые предлагают различные поставщики, и они, естественно, значительно дешевле. Вот. Но, как практика показала, чуть больше года отходил вот этот радиатор кондиционера. Я говорю про радиатор кондиционера. Вот. И да, вроде бы гарантийный срок соблюден, но, тем не менее, настолько его хватило. Это, уважаемые коллеги, производитель Лузар. Опять же, дело в том, что не надо бояться какого-то бренда, потому что год от года какой-то правильный производитель, имея обратную связь по рекламациям, он с каждым новым выпуском оттачивают производство. И не факт, что вот производитель Лузар, вот, который мы продавали клиенту там больше года назад, он прям совсем плохой. Но просто факт есть факт. Вот отходил год. И поэтому сказать, что, например, какие-то другие аналоги намного лучше, но мы пробуем, но даем обратную связь. Вот Лузар, к сожалению, проходил больше года, но лучше бы, чтобы они проходили лишние еще лет 5-6-7. Вот, но это не дело. И вот этот факт, что мы меняем, и, конечно же, хотелось, чтобы они проходили больше. Но это всегда риски, тем более сейчас, уважаемые коллеги, времена такие непростые. Мы оригинал, если находим и привозим, то это стоит одних денег. Дальше у нас идут аналоги официальные. Вот, и эти аналоги мы ищем, смотрим, все хотим беречь денежку. Но есть определенные вещи, которые все-таки дают о себе знать. Что касается кондиционера, именно радиатора кондиционера, вот мы поставили Лузар, сами же поставили, отходил больше года, вот настолько его хватило. Вот это факт, который нужно понимать. Ну а тем не менее, ну что ж, пользуясь случаем, когда вот такие вещи мы делаем, конечно же, логично осмотреть состояние радиаторов, мы говорили об этом уже 1000 раз, где-то глянуть, где-то есть необходимость промыть, где-то нет необходимости промывать. Обращайте на это внимание, так как мы входим в лето. Лето прогнозируют, что будет жарким, кто-то будет уезжать в отпуска. Сейчас отпуска стали актуальны на юга. Так что имейте в виду, проверьте всю свою систему. Ну и насчет радиаторов, знаете, ну где-то вы сэкономите. Вот, через год опять вернетесь к тому же. Подумайте об этом внимательно. Стараемся быть полезными. Желаю всем удачи. Falling in love, feel pain but not anymore. You left your heart on the floor. I'm always picking you up and never letting you down. I'm not your rock anymore. You left your heart on the floor. Look at me though, flag down a reel.